сиди там. Дай мне. Ой. Эй, меня подождите. Зеленая вода. Это, конечно, не Тахо. Здесь можно купаться. Всем привет! Мы приехали отдыхать с друзьями. Ну, мы с ними первый раз видимся, потому что в собрании, ну, мы еще не были, и вот их ничего не знаем. Других знаем, но не всех, как бы. Ну, в общем-то, там 2-3 человека прям буквально знаем. Вот моя мама пошла. Видите, там тут гора, спуск. Тут, в принципе, это тут горы, и вообще называется гора. Что-то говорить не знаю. В общем, чего? В общем, мы ехали по серпантину, я так поняла, это называется серпантин. И этот, в общем, 40 минут ехали по серпантину. Ну ничего такого, остались в живых. Вот я оделась сразу в одежду купаться, и мы приехали с намерением купаться. Вот это гора. Вот мы не были никогда на горах. Какое-то озеро. Есть озеро Тахо, но это не Тахо. Вот. Но туда надо с ночевкой, деньги. Ну, чтобы туда ехать, надо, нужны деньги и там оставаться. Вот. Потому что туда ехать на Тахо 2 часа. Девчата пошли платить за это место. Всех разогнал. Рыбок она боится. Рыбки, рыбки, рыбки. Ой! Thank you.
щипать. Не буду щипать, смотри меня. Ой, меня щипает рыбка. Она не ядовита, надеюсь. Нет. Меня же сняла? Да. Рыбка щипает. Не боится за такая. Я же не говорю, они сейчас еще щипать будут. Они такие я не ожидала. Прям люди здесь их подкармливают, видно ж. Они попрошайничают. Ну да. Вот еще одни сгружаются. Где вторая? Я вот там увеличить чуть-чуть кадр можно. Ага. Боятся. Селедка! Селедка! Идет, идет, идет. Снимай меня.